Рам-музыка, Привет, ребята, с вами Рам-музыка, и сегодня мы сделаем еще одну реакцию. Это будет реакция на новый клип Леди Гаги, который вышел сразу после суперкубка «Джон Уэйн», песня с альбома «Джоэн», по причине отсутствия владения авторскими правами, к сожалению, песня, видимо, будет проиграна кусочками, поэтому придется вам послушать песню, или посмотреть клип, или не смотреть ничего, если вам достаточно будет моей реакции, поэтому... Давайте начнем. Итак, клип вышел сразу после суперкубка. Мне на самом деле не очень особо песня понравилась на альбоме. То есть ничего особенного. Послушал, забыл, пропустил. Может, как-то видео сопровождение изменит мое представление об этом треке. Давайте смотреть. Этот внешний вид у нее на SNL был. Оу. Слушайте, мне нравится, как снято. Похоже на комикс, как в клипе телефон сбьется. Вау! Джон Уэйн! Это вам... Да, видимо, это Леди Гага, которую все ждали. Джон Уэйн! Офигенно. Вау, мне нравится, какой яркий клип. Как обычно, безбашенная Гага и ее танцоры. Образов не так много, но они так быстро переплетаются, что кажется, как будто... Офигенная динамика. Да, ну конечно. Как еще может закончиться клип с машины? О, знаменитые туфли. Да. Фанаты порадуются. Видимо, кто-то вбил ей в голову, как надо делать клипы снова. Прикол. Ой-ой-ой. Чего? А! What? What? Вот и все. То есть, такая короткая песня. 3 минуты, я и забыл, что песня совсем короткая. Слушайте, ну это... Ну это как такой небольшой бонусик фанатам, я так понимаю. Потому что, я не знаю, это новый сингл или нет. Выпустили эту песню как сингл или просто клип, не в курсе. Но я не думаю, что песня сама по себе настолько пригодна для радио. И конкурентов очень много. У той же Кэти Перри должен выйти хит. Ну, подразумевается, что это будет хит, никто еще пока не знает. Ну, мне нравится, мне клип понравился, вся задумка очень интересная. Говорят, что этот клип снимали те же люди, что снимали «Папарацци», если не ошибаюсь. «Папарацци» — один из самых моих любимых клипов у нее. Очень много образов. Мне нравится, как они играют с этим всем. Думаю, что да, фанаты будут очень довольны, потому что, как я уже обсуждал, главная проблема Леди Гаги, что фанаты, возможно, больше любят ее за внешний вид и за эпатаж, нежели за ее творческую составляющую, за ее вываливание души на сцене и в своей музыке. Текст совсем не замысловатый. Почти бессмысленный, как обычно, отдыхаем, кутим с моим Джоном Уэйном, все мужики одинаковые, давай напьемся, нажремся, то есть, ну, типичный такой трэш-текст. Ну, песня, собственно, и не претендует, знаете, на балладу душераздирающую, поэтому, думаю, пойдет на разочек, все хорошо, цветовая гамма меня очень впечатлила, очень ярко и смотреть очень приятно. Сюжетная линия тоже не очень понятная, но костюмы интересные, туфли на каблуках, выстрелы, пистолеты с туфлей, поэтому сама себя застрелила. Я не думаю, что в этом вложен какой-то смысл, то есть по тексту ничего такого не было высокопарного, поэтому думаю, это чисто фишка,
чтобы порадовать зрителя. Ну а так все, не знаю даже, что больше еще сказать. Клип всего 3 минуты, но что это за клип-то? Без вступления, без заключения, без перерывов. Ничего интересного. Нет, я шучу, я люблю эти Гагу. Ну ладно, вот такие дела. Заходите в группу ВКонтакте, пишите там все свои предложения. Не пишите мне в личку, ребят, потому что... Ну то есть, вы можете писать, но надежда, что я отвечу, очень мала. Потому что каждому открывать, отвечать, потом смотреть, что не ответил, и отвечать. А вдруг меня это уже спрашивали? Пишите в группе, есть тема с флудильней, с пожеланиями к обзорам. Я там смогу сразу все прочитать, сразу ответить, если что-то нужно будет ответить. И все, так намного удобнее. Поэтому жду вас там. Всем хорошего дня. Пока-пока. До новых реакций.